С 10 августа аттракционы из Центрального детского парка перенесут на территорию Олимпийского. Мера временная. Такое решение приняли в связи с предстоящими работами по сносу многоэтажного здания. Вопрос обсудили на рабочем совещании, которое провел в Рио председатель правительства Таймур Астускаев. Глава администрации Владикавказа Вячеслав Мильзахов отметил, что договоренность с предпринимателями уже достигнута. Начать демонтаж 12-этажного объекта планируют с 13 августа. Работы предположительно продолжатся 2 месяца. В настоящее время проект демонтажа изучают специалисты Ростехнадзора. Сносить высотку будут инновационным методом, который не причинит вреда ближайшим жилым домам и объектам.